Поздно вечером 9 марта из Твери был отправлен второй груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Всего от региона направлено 7,5 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. В посылки вошли питьевая вода, крупы, макароны, мука, соль, печенье, детское питание и другие продукты, а также предметы первой необходимости, средства гигиены, одежда, постельное белье и прочие товары. Вся продукция предоставлена предприятиями из разных районов Тверской области. Так, аграрии Пеновского муниципального округа и Санковского района привезли картофель и свеклу. Компании Вышнего Волочка, Кувшиново, Старицы, Кесовой горы, консервы, чай, кофе и крупы. Напомним, что в ходе нынешнего кризиса на Украине впервые аналогичный конвой был отправлен из нашего региона 7 марта. Для нас это наши братские, дружественные, родственные народы. Это и Донбасс, и Луганская народная республика, Донецкая народная республика. На следующей неделе готовится уже вторая партия гуманитарной помощи, которая будет отправлена. И уже планируем третью партию, которая тоже будет отправлена в конце марта, в начале апреля. Поэтому мы также идем в ногу со временем, работаем с теми людьми, которых сейчас называют беженцами. На самом деле это просто наши соседи, которые приехали на нашу территорию, разместились у родственников, это более 20 семей. Все люди очень дисциплинированные, трудолюбивые, дети воспитанные. Поэтому мы считаем, что для нас это тоже очень важная задача участвовать во всех событиях, помогать реализовывать указания нашего президента, решения правительства Российской Федерации. И Тверская область всегда была исторически активна во всех государственных вопросах. И уверен, что сейчас мы будем тоже на достойном уровне.